Бывший депутат парламента от фракции «Гражданский договор» Татевик Айрапетян считает, что премьер-министр Никол Пашинян ради оправдания своей беспомощности вводит в обращение опасные и противоречащие интересам государства тезисы. Премьер-министру Армении Николу Пашиняну задают вопрос, собирается ли он в ходе дальнейших переговоров сделать предметом обсуждения вопрос деоккупации Гадрута и Шуши, которые являются неотъемлемой частью бывшей НКО. В ответ на это Пашинян начинает говорить о том, что в 90-х на территории НКО жили азербайджанцы, причем не отмечает даже соотношение населения. Не говорит о том, сколько армян в 2020 году лишились своих домов и крова в результате оккупации Шуши и Гадрута и азербайджанской агрессии. Подчеркнула Татевик Айрапетян. По словам бывшего депутата, между тем Алиев параллельно с этим будет повторять, что Зангезур, Севан и Ереван – исторические азербайджанские земли. Bizim doğma torpağımız Göyçə mahalıdır, İravandır, biz qayıdacağız, əlbəttə. Что думаете вы? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.